большом концертном зале детской школы искусств звучат известные произведения великих композиторов и музыкантов XVIII века – Гайден, Моцарт и Ванхаль. Представители венского классицизма были не просто хорошо знакомы, они ценили творчество друг друга и публично выступали вместе. Сочинения этих трех выдающихся авторов вошли в программу выступления всемирно известного оркестра «Музыка Этерна». Концерт открыл дивертисмент скрипки, альта и контрабаса композитора Ванхаля. Это концертное сочинение, которое появилось в программе во многом благодаря тому, что это прекрасная возможность и контрабас представить в качестве полноправного участника ансамбля, в качестве очень яркого сольного инструмента. Ну и у нас еще замечательный исполнитель, очень яркий Павел Степин. «Музыка Этерна» – один из самых востребованных российских коллективов, исполняющих академическую классику и современную инструментальную музыку. Оркестр создан в Санкт-Петербурге в 2004 году дирижером Теодором Курензисом. У коллектива есть свое лицо, безусловно, в первую очередь, потому что собраны очень яркие, пассионарные люди. Любой пассионарий, он сразу же является таким движком, да, который заводит компанию, в которую он попадает. А если компания пассионариев, то значит, что мы действительно как-то, ну, очень хочется верить, что мы можем заставить миллионы обняться. В Заречном концерт оркестра «Музыка Этерна» состоялся в рамках программы «Территория культуры Росатома». Помимо выступлений, участники коллектива провели мастер-класс для учащихся детской школы искусств и поделились с юными талантами профессиональными секретами. Наталья Елистратова, Ильдар Абульханов, телерадиокомпания «Заречный».